Всем привет! Рады представить очередной обзор по фирме EOSshark «Восточная акула». На этот раз у нас не катушки. На этот раз у нас аксессуары для карповых оснасток от компании EOSshark. Данная фирма порадовала созданием вот таких вот антизакручивателей. Еще их называют хвостовик. Для того, чтобы поводок не захлестывался, сейчас мы их откроем. Их идет в пачке 20 штук. Очень хорошее качество. За свои деньги по нынешним временам, пожалуй, лучшее предложение на рынке по карповым аксессуарам. То есть там фирмы типа ProCarp, там намного дороже все. Здесь и цена нормальная, и хорошее качество. Вот. Сейчас мы оценим длину данного хвостовика. Так. 35 получается миллиметров. Идет длина. Также фирма EOSshark сделала вот такой вот. Сейчас откроем. Тут 10 штук идет. Безопасная клипса с металлическим колечком вот таким вот, чтобы грузик не слетал. Ну, в принципе, она небольшим спросом пользуется, но тем не менее. В отличие от пластикового варианта, здесь можно вешать более тяжелый груз на карповую оснастку и совершать дальний заброс. Вот. А еще самое интересное. Компания EOSshark сделали вот такую вещь. Это безопасная клипса, пластиковая, но сделано все как положено. В принципе, тоже большие грузы можно вешать, но я думаю, не больше упало 90-100 грамм. То есть стопорок идет, все как положено. Очень хорошее, все плотненько пролегает. Момент такой. Желательно вообще конуса, конечно, делать отдельно. Вот эти вот. Потому что они немножко растягиваются на самой клипсе. И может быть сход грузика. Поэтому рекомендуем, если вы собираете такую оснастку, то делать вот так вот. А уже на рыбалке вы ее застегиваете. Вот такой вот быстросъем со стопорком компании EOSshark. 10 штук идет в пачке. Еще хотим показать вам лидкор данной компании. Тоже по цене и по своему качеству уже 1000 оснасток перевязано из этого лидкора. Цвет у него светлый, такой, видите, немножко металлическим блеском. Вот. Но работа с ним одно удовольствие. Он очень хорошо в обработке. Сейчас мы обрежем. Сначала. Итак, делаем петлю. Видите, как он легко вяжется, петли. Это толщина 45 лб, также он идет 35, ну с
S35 работать посложнее. Мы не стали прям сверх затягивать, проклеивать. Мы просто вам показываем пример, как оно делается все. Далее. Чем же еще порадовала нас компания Shark? Они сделали так. Куда я их убрал? Сейчас достанем. Это быстро съема. Они выпускали в начале их другой пачки. Ну, сейчас вот так пачка их выглядит. Размер у них стандартно идет. Вот он идет. Очень хороший также ценник. Так, сейчас мы покажем, как они будут на клипсе. Так, стопорок у нас снят. Смотрим, чтобы попало колечко ровненько. Затягиваем. Есть? Есть, никуда от нас не денется. Стопорок ставим. Опа. Все. Смотрим. Все стоит. Короткий литкор взяли, ну просто делаем для примера. Далее. Берем поводок. Поводок мы уже привязали. Уже готовы. Видите, как он одевается? Вот так. Сейчас, а теперь мы покажем, как одевается с хвостовиком поводок. Ну, думаю, что многим это уже понятно. Ну, как говорится... Вуаля! Есть такое дело. Одеваем. Смотрите, какое качество. Прям как хорошо. Да супер, это просто супер. Пожалуйста. Смотрите. Да. Вот так вот. Все гениальное просто. Молодцы, Шарк, что я могу сказать. Вот, пожалуйста, готовая оснастка на карпа. Такой видеообзор. Ищите в магазинах страны. Всем пока. Смотри, это же вообще, блин, это просто. Это просто замечательно, а? Смотри как, а? Все супер. Эх, на рыбалку бы.